который ты должен сам возвращаешь. Mm-hmm. Тот список второй, кто тебе должен, ты всех обзваниваешь и говоришь, когда вернешь. И вот эти вопросы. А я вот я там другу занимал 5000 вот лет 5 назад, и вот я уже, в принципе, его просил, у него просить или нет, если ты вспомнила, попроси. Mm-hmm. Mm-hmm. Если... Якобы, ну ты ждал, а вот даже неудобно спросить. Неудобно спросить. А это желание быть хорошей для всех. И от этого очень тоже надо избавляться, потому что мы привыкли, вся культура в течение 70 лет была сначала общество, потом я. Сегодня все меняется, сначала я, потом все остальные. Потом, в принципе, мы, наверное, дойдем и как до Америки, что вообще плевать, что там с обществом творится. Я вот это. Потом весь мир, он движется потихоньку к феминизму, и я думаю, что следующее какое-то этот, оно все перевернется. Скоро женщины будут во главе стоять. Сейчас все потихоньку переворачивается. Я думал, что мы выдержим этот период за счет своего какого-то вот, ну, своих традиций, каких-то восточных, да, что мы там этот. Вот это все традиции сейчас по швам все скрипит просто этот, и многие начинают переживать, там, в колокола бить. Надо просто отпустить, посмотреть, что будет. Будет просто чуть по-другому. Но это все идет по швам, это видно по голливудским фильмам, потихоньку нам уже сдвигают парадигмы, какие-то мышления, и это уже практически неизбежно. Практически неизбежно. На мой век, наверное, хватит нашего вот этого патриархата, но я сомневаюсь, что для наших детей там уже будет матриархат, мне кажется, скоро. Mm-hmm. Долги, в общем, возвращаем должникам, в общем, звоним и просим. Те деньги, которые тебе не вернули, тебе в течение недели вернут деньги все. Ну, не все, там процентов 70-80 тебе вернут, когда ты попросишь. Mm-hmm. Потому что тебе не возвращают деньги не потому, что ты у них нету, потому что тебе не надо. Ты дала там 10 тысяч, 5 тысяч дала, и потом неудобно попросить, и, короче, уже 5 лет прошло. Позвонишь, тебе вернут сразу. Есть глобальные долги, там, типа, там, взяли там 10 тысяч долларов, и конечно, тебе не вернут. Этих людей всех в письма прощения вносишь. Пишешь письма прощения и прощаешь их за то, что они тебе кинули. Или там за то, что они так тебе... Да. Да. Для чего? Для того, чтобы тебе эти долги либо вернут быстро, либо ты заработаешь еще. Ну, вот этот вот долг, он тебе не дает зарабатывать, потому что ты постоянно думаешь про него. Да, ты думаешь, вот бы мне отдали, ты не думаешь, что я могу еще заработать, потому что вот бы мне отдали, было бы хорошо. И вот таким прошлым ты живешь, из-за этого ты не зарабатываешь. Себе, как для упражнения, возьмите раз в квартал завершать все свои незавершенности. Это сходить к стоматологу, сводить собаку к ветеринару, постирать шторы, помыть окна, отремонтировать машину. Раз в квартал, да. Незавершенности закрываются за день, за два. То есть, ну, это такие мелкие вещи, которые тебя парят там. Убраться на балконе, в конце концов. Мелкие дела, которые ты